Только-только команда вышла на лед. Какие ощущения, как себя чувствуете? Тяжело, вторая игра. До конца не вкатились. Только вот недавно начали кататься. Ничего, потихоньку вкатываемся. Уже получше. Насколько ощущаете конкуренцию в составе? Первое отчисление уже впереди. То есть насколько уверены в своих силах? Конкуренция большая. Очень много людей приехало на просмотры. Очень много на контрактах. Ну вот после этого турнира будут большие отчисления, сказали. Какая-то личная цель на турнир есть? Победить только, все, другой цели не может быть.